Ходим по Тверской, по часовой стрелке, правда. Хотели по часовой, но теперь ходим против часовой. Против часовой хотели, теперь ходим по часовой. Вот. 282 спрашивали, что это. Это статья, которую нужно отменить. Статья преследования. По сути, преследование за слова. При Николае II парень. Путин вор! Народу довольно много. Путин вор! Ну, примерно, я бы сказал, на площади стоял рядом с Пушкиным человек тысяч три, наверное, так где-то. Может быть, сейчас побольше уже стало. Сейчас мне сложно оценить, сколько людей осталось там, а сколько идет. Ну, 1500 гуляет точно, вот так вот, навскидку. Смотрите, а вот и менты. Сейчас, похоже, собираются вязать. И вот там тоже стоят ОМОНовцы. Вон они, видите? Привет! Ты замерзла? Бедняга. Да, ОМОНовцев прям очень много. Они как будто бы появляются там в метро, прям... Родятся там, все, перекрывают, короче говоря. А пока, правда, вот только вот. Вот тут вот. Ну, не знаю, текать, не текать. Почему нет? Почему я не могу погулять в субботу по улице города? Я же ничего такого не делаю. Вот. Да, спаунится в метро, да. Да, у них там гнездо. Или как там у зергов, я не помню. Подскажите, как у зергов называется штука, из которой они появляются. Клоака. В общем, что называют, как? Клоака. Во, клоака, да. Я пошел, пока. Ну, клоака, это еще, вы знаете, у птицы что, вот. Вот, но пока все спокойно. То есть вот они идут, сопровождают нас, пока вроде не задерживают. Ты где там потерялась? Бессонница? А, да, бессонница сегодня. Ну, там,
свои обстоятельства. А вчера еще, вчера фоткали, да. А, вот. Она, к сожалению, не смогла. Я за двоих сегодня. Мне кажется, что реально на каждую крышу положен один космонавт. Не, она не наберут столько, не наберут. А если же меньше тысячи человек? Не, да какой меньше тысячи? Ты чего? Нет, конечно, конечно. Ну, я уже много раз говорил, где-то 1003 я видел, примерно так. Да, да. Там площадь была прям. Ты была на площади? Нет, она вся битком была площадь. Россия без Путина! 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 Да, кстати, хотел сказать спасибо всем, кто пикетировал у себя в городах. Молодцы ребята. Вот тут пишут, что пикетировали. Я читал уже, смотрел фотки с утра. Все хорошо, везде прошло. Неважно, сколько вас вышло людей. Много, мало, это все равно. Главное, чтобы вышли. Сколько вышло, все наши, все молодцы. Уходи! Раз, два, три! Путин, уходи! Раз, два, три! Как видите, все проходит довольно мирно, спокойно. Никто на проезжую часть не вылезает. Путин, уходи! Раз, два, три! Так что мы совершенно в рамках закона гуляем по улице в центре родного города. Ну, для кого родного, для кого не родного, неважно. В центре столицы гуляем, отдыхаем, погода наладилась, хоть и довольно холодно, но дождя нету, дождь закончился, и это очень хорошо. Вот, поэтому все хорошо. Ну, посмотрим, на самом деле, как власти отреагируют, испугаются ли они так, как пугались всегда, но вот пока ждем, пока вроде, пока держатся, пока их нервы, наверное, уже на пределе, но они держатся, не пугаются. С днем рождения! О, смотрите, телеведущая тоже показывает, что надо делать. Правильно, приходишь на акцию, делай селфи. Вот видите, да, там на экране. Да, еще сегодня день рождения, кстати, у Нобеля Рустамяна, у комментатора, еще у кого-то, я знаю. День принятия Брежневской конституции. А, вот, да, день принятия Брежневской конституции. Россия без Путина! Там, подожди, сейчас посмотрим. Ну нет, по-моему, все нормально, просто приостановились немного. Навальный! Блин, на самом деле, вот когда ОМОН рядом, это очень, очень успокаивает, потому что никто тебя на машине с номерами ФСО, ФСБ не собьет, например. Вот. Они вообще дают какое-то чувство колонного. Да. О, люди бибикают. Вор! Путин 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 вор! Так, посмотрим, сколько, что у нас тут. Вот я когда проходил сегодня с утра мимо этих растений, с позволения сказать, которые вот тут вот посажены, типа как клумба. Вот скажите, напишите, я понимаю, меня не очень много народ смотрит, но напишите, вам нравится вот, когда вот такое в центре Москвы, типа вместо цветов? Вот это вот, вот эти сорняки какие-то непонятные, трава. Это нормально вообще? То есть вот так должна, да, выглядеть клумба в центре города, да? Вот, я не понимаю, честно. Выглядит, скажем так, не очень. Да, выглядит, как будто просто вырезали кусок целины откуда-то, с какого-то огорода, там, где не вскопано. А
Да, да, и положили просто. Главное, рядом Wi-Fi. Ну да, я, кстати, пробовал как-то подключиться к этому Wi-Fi, что-то у меня ничего не получилось, честно. Ну, может, я что-то не то сделал, но как-то он не очень хорошо работал. Ну не, мы к Кремлю не идем, мы гуляем по Тверской просто. Мы никуда не идем, мы ничего не устраиваем, мы гуляем по улице. У нас абсолютно мирная субботняя прогулка дневная. Это наша страна! Между прочим, чистая правда, это действительно наша страна. Да, я не могу не согласиться. Россия без Путина! 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 Снова спрашивают, много ли людей? Ну да, довольно много. С днем рождения! Днем рождения русской демократии! Вот скажите, какого еще человека так провожали на пенсию? Такой красочная толпа, такая... Доброе, спокойное, мирное. Я надеюсь, Поклонская нас прямо сейчас смотрит. Мужик, мужик. Вы же знаете, что мы просто гуляем. Да, да, совершенно правильно. А здесь что-то происходит? Ну, не знаю. Да, мы гуляем, а что? Суббота, день, почему бы не погулять? Погода нормальная. Дождик, ну пофигу. Да, конечно. Вот плитку положили хорошую. Осваиваем, да. Деревья хорошие, новые, ну. Нет, Путин, конечно, будет на пенсии, не переживайте так за него. Я надеюсь, что 6 тысяч рублей ему хватит на все. Будет получать пенсию и все равно будет президентом. Да, а да, типа да. Подработка. Да. Про Навального ты спросил, да, я видел, что хорошего сделал Навальный. Ну, давай два момента. Во-первых, Навальный создал ФБК, и много, ну, а ФБК много-много разных подразделений, которые прямо помогают людям, не только снимают видосики про Медведева. Вот, там тот же самый распил, тот же самый Росяма, тот же самый доступ к воде, много-много разных ивентов. Это первое. Второе, так выберите Навального, и Навальный сделает. Помешали Навальному стать мэром Москвы? Если бы он был, посмотрели бы, что он сделал бы. Как бы смешно сравнивать людей, которые у власти 18 лет, и которые ни хрена не сделали. Только, ну, я имею в виду, ни хрена не сделали хорошего. Вот. И людей, которые у власти не находятся. Как бы... Свободу! Это глупо? Свободу! Вот. Поэтому... Почему бы не попробовать? Как бы каждый человек, мне кажется, должен думать так, потому что если мы видим, что жизнь в стране не очень, и 18 лет один и тот же человек, явно, что он делает что-то не так. Поэтому даже если ты ничего не знаешь о Навальном, ты как минимум должен хотеть политической конкуренции. Вот и все. Уходи! Все, смотрите, космонавты кончились. Уходи! Вот вы пишете, что Навальный проиграет. А проиграет он или нет, это уже будет народ решать. Главное, чтобы его допустили до выборов. Собственно, на что он имеет полное законное право. А там посмотрим, действительно. Все должен решать народ. Не Путин, не Медведев, не правительство, не Госдума, не какие-нибудь менты, не какой-нибудь Сечин. Народ должен решать, кто будет президентом. Говорят, что Путин на самом деле вор. А ты знал? Блин, вот если бы не пришел, точно не узнал бы. А вот смотри, космонавты появились снова. Ну, но власти здесь как бы мы, ну, говорят. Да. Мы здесь, власть! А говорят, у нас с космонавтикой плохо. Посмотрите, все нормально. Все нормально с космонавтикой. Развивается. Это так? Это учебный отряд. Понятно. Мы гуляем, мы никуда конкретно не идем.
идем вперед. Вот сейчас, наверное, пойдем назад. Я не знаю. Тут вот вроде как остановочка. Блин, не пустят нас в Кремль, конечно же. Ну ничего, не переживайте. В прекрасной России будущего попасть в Кремль будет гораздо проще. И не в том плане власти, а в плане на экскурсию, там, посмотреть и так далее. Путин вор! 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 Так, я понял, все спускаются вниз в переход. Похоже, да. Или нет. Или переход закрыли. Ничего не понял. Так. В общем, дальше, походу, не пускают. Походу, там перегородили. Вот оно что. Похоже, все там перегородили, и дальше не пройти. Да, ну, видишь, всех людей. Ну, в принципе, там... Можно пойти на... Пропускай! 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 В общем, друзья, есть такая московская примета. Если вы вышли в субботу погулять, перекроют улицу. Вот. Наверное, там экстренно кладут плитку. Знаете, как бывает срочная операция, когда там человека в операционную везут, там на каталке быстрее-быстрее. Тут срочная операция по перекладыванию плитки. Вот. Кровотечение у города, все, надо срочно положить новую плитку, посадить еще десяток каких-нибудь деревьев таежных, не таежных, этих тундровых. Мы здесь, вот. Мы здесь власть! 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 В общем, Роскосмос держит оборону, я вижу. Вот. Вон, вот, я думаю, вы видите, да, сейчас? Свободу Навальному! Свободу Навальному! Очень... Свободу Навальному! Очень страшно, когда люди хотят погулять. Свободу. Меня вот просят пойти поближе, давай подойдем. Пойдем, подойдем поближе. На самом деле, меня мама в детстве учила, что надо больше гулять по улицам, вот. Я выполняю обещания, я говорил, что я буду много гулять, вот гуляю. Но, к сожалению, почему-то власти Москвы не хотят, чтобы я гулял. Вот, например, дальше мне пройти нельзя. Вот стоят, смотрят. Ну, окей, друзья, один вот спиной стоит. Это знаете, как когда пенальти бьют, кто-то стоит передом, а кто-то спиной. Вот, вот тут, мне кажется, такое же распределение. То есть, единственное, что они ничего не прикрывают себе, вот. А так очень похоже. Ну, не бойтесь, ребят, мы не будем бить пенальти. Вот. Нет, серьезно, смотри, видишь, все передом, все, некоторые задом. Я не знаю, может, у них такая-то какая-то... Путин, уходи! Да-да-да, штрафной, Путин, конечно, уходи! Какой пенальти, я, короче, совсем. Штрафной. Нет, а за что меня задерживать? Почему я должен бояться? Погода нормальная. Ну, вот видите, вот небо. То есть никаких этих нет. Да, про... Зря не прикрывают, да. Да, про пенальти это, конечно, глупо сказал. Штрафной, да, штрафной. Вот. Тактика, ну, наверное, у них есть какая-то тактика, они ее придерживаются. Да, именно так. Я правильно понимаю, что люди идут в переход? Да. Мы идем в переход, чтобы перейти на ту сторону и с той стороны продолжить движение. Все правильно. Ну а что, как бы, переход, он же для людей, мы идем в переход. Все нормально. Вот, смотрите, человек с голым торсом на нас смотрит. Эй, чувак! Снимай полотенце совсем. Давай. Свободу! Ну, не знаю, из ванной там или из бани. Свободу! Из сауны какой-нибудь. Свободу! 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 Люди, вы идете не в правильную сторону. Прекрасная Россия будущего с той стороны. Вам туда. С какой? Стой, вам туда, друзья. На красный. Прекрасная Россия. Перекрыли, говорите? Разворачиваемся, ребят, разворачиваемся. Через переход сейчас надо идти. Так, сейчас подождите. Надо... Надо посмотреть на самом деле. Вот говорят, что перекрыли, да? Вот сейчас смотрим, перекрыли или нет. Да нет.
переход не перекрыли. Это все кричали какие-то провокаторы. Ну, окей. В общем, не знаю, что тут перекрыли. Вот, пожалуйста, выход. Все нормально, какие-то провокаторы. В общем, поднимаемся. Поднимаемся из перехода. Да вот, все нормально, ничего не перекрыли. Пожалуйста, переход туда, переход сюда. Все хорошо. Можно и вот туда пойти. Вон там вот люди стоят. Вот там, да, там уже. Просят не скапливаться. Ну, мы и не скапливаемся, мы гуляем. Давайте я сейчас подойду, посмотрю. О, какие-то тут раскрашенные люди. Не, кричать всякие непотребства я не буду, друзья. Это чересчур, потому что, ну зачем? Я вежливый человек. А вот смотрите, как милиция хорошо охраняет дорогу. Молодцы, чё? Молодцы. Ставьте лайки за охрану дороги. Охрана дороги проходит успешно. Так, ну что? Спрашивают ли, смотрю ли я не магию. Ну, слушайте, в последнее время у них мало роликов выходит по понятным причинам. Ну, вообще смотрел иногда. То есть, ну, я довольно много видео их видел, но так, чтобы прям регулярно смотреть, сложно сказать, что именно смотрю. Вот. А, кстати, дождь пошел. Люди вот идут из перехода совершенно нормально. Все. Единственное, что как-то потерялась немного общая такая толпа, но вот с той стороны она довольно неплохо. ОМОН, да вроде вот, я не знаю, там стояли же люди в шлемах. Это, наверное, и был ОМОН. ОМОН смыт. Ну да. Ну, на самом деле, если учитывать, что в Петербурге ОМОНовца упал школьник и ОМОНовец потерял сознание, то, возможно, в Москве ОМОНовцы теряют сознание от дождя, например. Ну, почему бы и нет? Как бы надо беречь ОМОНовцев, друзья, они нежные создания. Вот. На какой телефон? Да, не очень хороший телефон, друзья, не на iPhone. Навальный не агитирует школьников вообще. То есть Навальный агитирует всех. Он не подразделяет агитацию на кого-то. Типа там, агитирую школьников, или агитирую стариков, или агитирую не стариков, не знаю, неважно. Все, кто желает участвовать в политической жизни страны, имеют право в ней участвовать. Какого школьника посадят? Дождь из школьников. Ну да, с одной стороны, я согласен с вами, что Москва стала красивой, ну, относительно. Потому что в некоторых местах это реально доходит до абсурда, то есть чересчур широкие тротуары, совершенно непонятно для чего. Но здесь понятно, вот действительно на Тверской люди любят походить, вот я вышел погулять. Но непонятно зачем. Блин, ботов не могу забанить, друзья, отвлекаться сейчас, короче, лезть туда, банить их, пошли они в задницу. Пусть пишут, что хотят.
Вот, и, в общем, где митинг? Вот митинг с той стороны в основном. Ну, не митинг, а гуляние, так скажем. То есть люди ходят, гуляют, а я иду по другой стороне пока. Думаю, сейчас перейду. Вот. И так вот, где-то, короче, вот эти широкие тротуары — это хорошо, где-то совсем они не к месту. Я вчера вот, например, гулял в одном месте, там очень неудобно, там очень узкая дорога оставлена, очень широкий тротуар, непонятно для кого и для чего. Вот. Так это и не митинг, друзья, это не похоже на митинг, потому что это не митинг. Мы не митингуем, мы гуляем по Тверской площади. Вот, видите, людей довольно много, но при этом все проходит мирно, спокойно. Никто не... никто не лезет никуда, никто ничего не ломает, никто никому не пристает, не дерется. Вот, слушайте, я сегодня столько разных ОМОНовцев увидел. Просто класс. И серый, и черный, и какие-то еще. И в штатском, и не в штатском. Я прямо не подозревал, что у нас столько есть охранников правопорядка. Напишите в комментариях, вы чувствуете себя дико защищенными? Прям вот смотрите, сколько, да, вот сколько их. Они же прям, вот вообще не должно быть никаких преступлений, наверное, в Москве. Это же просто класс. Столько прям, вот люди с Конституцией, кстати. Ой. А, все, походу, остановились. Так, кто-то выходит сюда, а я бы хотел, наоборот, туда. А что ты стоишь? Я думаю, надо все-таки на ту сторону идти, там народу побольше. Так. Меньше. Привет, привет. Знакомые люди. А? Я здорово. Поздоровайся со 175 зрителями. Привет, 175. Привет, привет. Всем привет. С каждым отдельно? Да. С каждым отдельно, да. Сделай бота для этого. Я думаю, я их примерно всех знаю. Ну, нет, нет. Не думаю. Че, мы пойдем, нет, ребят? А мы куда идем-то вообще? В какой смысле? Мне кажется, надо туда же идти. Там не, наверх. Но там по той стороне вниз, но там плохо идти. Мы шли на Кремль, но там перекрыто было. Да это туда, я помню, но просто... Просто мы это... Помогите Навальному попасть на выборы. Ваня, ты хочешь, чтобы тебя забрали? Скажи прямо. Сказали, в общем, лучше остаться на этой стороне. Давайте останемся на этой стороне. Может быть, встретим еще каких-нибудь работников ФБК и федерального штаба, еще кого-нибудь. В общем, так. А ты можешь? Вань, ты можешь написать Лене, чтобы сюда подходила? Потому что мы с ней что-то разминулись, а в итоге она... Нет, вон, пусть подходит к этому экрану огромному. В общем, немного, чуть-чуть мы, короче, рассредоточились, но люди ходят везде, то есть со всех сторон есть люди, как вы видите, и товарищи правоохранители не расходятся. Так. Наверное, Макдональдсу обидно, что толпа не идет в Макдональдс, а ходит мимо. Но мне кажется, они все равно сегодня кассу хорошую поднимут. Вот. Обращаю внимание, что вот дорога осталась не перекрытой, все в порядке. Люди ходят только по этой... Ну что, написал ей как-то? Ага, супер. Друзья, стыдно вам жить среди ватников, так выходите на улицу.
показывайте, что вы не согласны, показывайте, что у вас есть свое мнение. Чем больше нас будет, тем лучше. В общем, сегодня разных видеозаписывающих устройств здесь даже больше, чем я не знаю, чем ментов, наверное. Свободу! 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 Ян, здорово! Свободу! Привет! Свободу! Тип того, да! Свободу! 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 Между прочим, свобода — это право, гарантированное Конституцией. Но мы живем в таком мире, когда нужно требовать свои права, а не сидеть дома и не ждать, когда вам их подарят. В общем, как я понимаю, с той стороны, вот видите, там вот вдали, если посмотреть, все люди, но они переходят пока потихоньку на эту сторону. Вот. Сейчас пойдем по этой стороне. Не, на самом деле вы не правы, народ довольно много, просто все распределились по Тверской, улица все-таки длинная. Ну, понятно, что не так много народу, чтобы забить прям всю Тверскую, но вот видите, вот на общем плане вы можете наблюдать, что народ и там есть, и вот там идет, и вот туда идет, наверняка кто-то на площади. Я думаю, сейчас мы пройдем с вами в сторону площади и сможем посмотреть, сколько там людей осталось. ГУВД говорит 700 человек, но не знаю, друзья. Может быть, в ГУВД не умеют считать. Мне кажется, вы сами можете посмотреть по видео, сколько народу. Уж точно больше 700. Это вот уж прям вот, ну вообще... На третий срок. У Путина это четвертый срок уже будет. Даже не третий. Вот да, я абсолютно согласен с вами. Действительно, пусть народ выбирает. Почему кто-то должен решать, кому можно идти на выборы, кому нельзя идти на выборы? Если человек не достоин быть избранным, люди и не выберут его. Поэтому нужно добиваться, чтобы всех пускали. Пожалуйста, вот пишут про Ройзмана, например, как бы тоже вполне достойная кандидатура, что в губернаторы, что даже в президенты, почему нет? Да кто угодно, хоть любой из вас, если вы по возрасту подходите и гражданин России. В общем, наверное, пойдемте потихоньку к площади. Ну, пускай хихикают. Только на самом деле я не согласен, что в Кремле хихикают, потому что если бы для них это было так смешно и ерунда, они бы не в панике не винтили бы Волкова, Навального, координаторов регионов. Зачем это делать, если они так не боятся и так все типа, а, ну ладно, пусть гуляют. Нет, нет, они реально боятся, они понимают, что это реальное влияние на людей и что людям реально надоело это все.
Ну нет, нельзя так говорить про зомбоящик. Ну, то есть зомбоящик — это понятно, но люди все-таки не настолько глупые создания. Просто нужно уметь переубеждать, нужно показывать людям своим примером прежде всего. Нужно показывать, что есть другой путь, не только тот, который говорят зомбоящики. Это самое правильное. В некоторых компаниях. В общем, пойдемте на площадь, посмотрим, как там Пушкин. Ну и все, кто с ним. Вот у мороженого сегодня прям очень популярный день. Нет, митинг был согласованным в Нижнем Новгороде, вы не правы. Даже бумага была получена, это во-первых. Во-вторых, там все было сделано по закону, и все соответствовало закону. А просто так сказать, нельзя митинг проводить по закону, нельзя. Почитайте законы, друзья. Не только Конституцию, причем 54-й закон, там все сказано. Поэтому все было нормально в Нижнем Новгороде. Ну вот, да, немного рассеялась толпа. Мы так идем немного порознь. Но это не страшно. Главное, что мы есть, главное, что мы показываем, что мы здесь, никуда не уходим. Двигаемся, смотрим, как всякие элитные тети выезжают, не давая нам пройти. Ну что ж. Как там Навальный? Сидит в спецприемнике. Так что вот. Да, дождь, конечно, усиливается, это большой минус. Мне кажется, это не настоящий дождь. Пишите, как вы думаете, это люди из дождя реальные или нет? Что-то как-то я сомневаюсь, в дожде какие-то... Ну, я не буду оценивать их способности по внешнему виду и вообще все, но так выглядят они не очень похожими на тележурналистов, если честно. В общем, да, похоже, все такое ощущение, что пошли кучковаться на площадь, так что пойдем посмотрим, что там. Вот человек забег устроил. Молодец. А мы гуляем. Да, да, у всех телефоны, мы все мажоры, дети коррупционеров, это правда, да. Ведь если у тебя есть смартфон, значит, ты ребенок коррупционера. Да, кстати, вот смотрите, полиция идет следом за людьми, то есть вот они видят более-менее скопление людей и идут за ними. Ну, в целом, пока, во всяком случае, я не видел ни одного задержания, я бы вам обязательно показал, если бы что-то произошло. Поэтому наговаривать на полицию не буду, ведет она себя пока максимально спокойно и, ну, достойно даже, что ли. Неужели они научились? Сколько им понадобилось акций? Ну, хотя посмотрим, еще не вечер. Все может быть. Не будем заранее радоваться за них. Потому что вот, видите, автозак. Автозак припрятан. Главное — припрятать автозак.
Вот тут вот стоят люди, с которыми ОМОНовец разговаривал днем. Он давал им какие-то указания. Они потом с рацией, я видел, у одного из них есть. То есть они каким-то образом на полицию работают. Весь движ, я вот иду, я думаю, весь движ переместился обратно на площадь, потому что, дойдя туда вот в сторону Кремля, до Госдумы, там нас остановили, и как-то люди одни в одну сторону пошли, другие в другую сторону пошли. В общем, немного растерялись. Да-да. А, да-да-да, дождь, правильно. Ну, скучновато, не скучновато, не знаю. Ну, согласен, но, может быть, не так зажигательно, как было 12 числа. Ну, с одной стороны, и народу, конечно, не так много, и улицы не перекрыты. Но, с другой стороны, зато никого не задержали пока. Во всяком случае, информации у меня нету. Вот люди, вот, пожалуйста, идут, вот вам движ. Вот, видите, ходят. Да-да-да-да-да. Таксист на мэрине, да, я видел. Это, кстати, как раз свидетельство одной из проблем, с которой будет бороться Навальный. То, что вы прекрасно, вы наверняка кто-то написал про таксиста на мэрине, наверняка из регионов, и это известная проблема, то, что деньги из регионов все идут в Москву. Поэтому тут таксисты на мэрине, конечно, потому что деньги все стекаются сюда, а такого быть не должно. Я за кого? Я за свободный выбор, друзья. То есть я за то, чтобы до выборов допустили всех. Если вы об этом, конечно. А так, за кого из российской премьер-лиги футбольной, не расскажу. Потом, может, как-нибудь. Понимаете, вот я не буду вам сейчас доказывать, что альтернатива Путину – это Навальный. Понимаете, не должно быть такого перед выборами, чтобы вы думали, типа, ой, а вот этот кандидат – альтернатива он или не альтернатива? Допустить его или нет? Друзья, есть условия. 30 тысяч подписей, собираем, вперед. Ты кандидат, ну, там, по возрасту подходишь, там, гражданин России, все. А решать, альтернатива он или не альтернатива, будут люди на выборах. Придут и поставят галочку в бюллетене. Все. Поэтому вот эти все рассуждения, какая альтернатива, какая не альтернатива, это все бред. Да, я полностью согласен, царя быть не должно. За кого проголосуете, тот и будет президентом, друзья. Решать вам, а не никому другому. Да, вот люди на площади стоят довольно много. Сейчас, я думаю, дойду до площади и посмотрю, как там, что. Сам я из Петербурга родом. Да, я верифицировал подпись, если вы об этом. Военных каких-то везут. Все закрыто тканькой. Там внутри ребята в форме сидят военные.
Ага. То есть, а он еще... Не, не космонавт, ты в обычной военной форме. Ну, я не знаю, кто, ОМОН, там, не ОМОН, я не знаю, есть ли у ОМОНа такая форма одежды. Но похоже, что это внутренние войска какие-то, потому что это, ну, форма военная. Собственно, я в такой же служил в армии, то есть обычная полевая военная форма. Вот, видите? Да, это внутренние войска. А, это уже обычный автобус. Да, 8 вот говорят, 8 автобусов. Нацгвардия, да, может быть и Нацгвардия, кстати. Но я залип, в смысле, вот видите красный свет. Что залип на одном месте? Жду, сейчас перейду, я ж правила не нарушаю. Сейчас вот зеленый загорелся, смотрите, вот иду. Да, вон там еще автобусы едут. В общем, я не знаю, куда столько армии. Вот. Может быть, тоже поддерживают Навального, не знаю. Сейчас надо успеть перейти, а то опять будете ругаться, что залип на одном месте. Да, слушайте, походу, такие же автобусы зашторенные. А внутри военные. Написано «в парк», я думал, будет написано «за царя». Даже удивительно. Как вам мужик на велике? В порядке, да? Блин, вот только дождь меня, короче, бесит. Вот с дождем вообще неприятно. Так все отлично. Дождь причем крупный пошел, раньше был мелкий, сейчас крупный, это вообще прям ве. Слушайте, по поводу военных, я никого ни в чем не обвиняю, вы так пишете. Я просто вижу, что форма как бы вот эта пиксельная военная. Вот, я не утверждаю какие-то войска, потому что я четко не видел, там были какие-то шевроны. Если вы узнали, то окей, если не узнали, ну и ладно. Но это явно были какие-то властные структуры, властные люди. Поехали к Икарусу, увидел. Да. Штук, наверное, 10. Да. 10 штук, да. Они стоят у перехода. Так. Так, ну что? Вперед на переход. Пойдемте на площадь. Посмотрите. Занята отсылка с того же саммита. Аккуратненько. Так, ну что, снова спускаемся в переход. Сейчас идем на площадь. На площадь не пускают, пишите? Ну, сейчас проверим. Сейчас все проверим.